На субботниках, кроме пакетов и бутылок, приходится убирать листву. После зимы пользы от нее не остается никакой. Экологи считают, что разлагаясь в почве, листья удобряют корни деревьев питательными веществами. Для чего еще могут пригодиться сухие листья, спросим у горожан. Например, можно сделать икебану. Но только если собрать и в вазу поставить красивые листья. Для удобрения в огородах, в саду нет. Но осеннюю листву можно использовать для девушек. Очень популярно, как в фотосессиях они используют. Вот. Также школьники используют осеннюю листву для гербариев, сушат. Вот, на уроках технологии. Ну, раньше как корм использовали. Скотине. Для украшения. Перерабатывать на удобрение. Настрой материала. Букеты собирать можно, чтобы радоваться осени. Ну, как удобрение органическое закопать в землю, тогда будет нормально. Если садоводу не мешает листва под ногами, ее можно оставить до весны, особенно на грядках. Листьями также можно укрыть клубнику или землянику.